Ребят, как вы, наверное, знаете, у меня очень слабый телефон, и на нем в данный момент контент делать невозможно. Все современные игры требуют ну хотя бы 2 или 3 гигабайта оперативной памяти, а на моем всего лишь один. Все игры тормозят, я ничего не могу снимать нормально, и как вы видите, максимальное разрешение видео это 480, то есть никаких 720 и 1080 речи быть не может. Вот, и суть этого... начало видеоролика в том, что я прошу вас, реально, я не знал, что я до такого докачусь, но это единственное мое решение. Прошу вас, киньте, пожалуйста, на вот эту карту хотя бы копеечку. И в комментариях к переводу оставьте ваш никнейм, то, чтобы я вас умел поблагодарить в следующем видеоролике. Блин, я не знаю, что я настолько низко скачусь, чтобы клянчить деньги с подписчиков, но поймите меня, это мое, это единственное решение, с помощью которого я смогу накопить деньги, купить новый, нормальный телефон и пилить годный контент. Мой телефон новый будет позволять это делать, и я буду снимать годный фрагмент из стендоффа и много-много всего интересного. Ох, надеюсь, вы меня поймете, надеюсь, вы не будете... на меня орать и бомбить в комментариях, что как я мог так скатиться. Ну уж простите меня, все, больше не будет ваше время, так много отнял. Простите за это тоже. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Зутоп Геймер, я Димон, и сегодня я записываю новый видеоролик на свой канал. Это нарезочка топ-5 реакций ютуберов на выпадение ножей-бабочек из новой Fable коллекции в игре Standoff 2. Не забывайте про лайк, подписочку и самое главное про колокольчик. Ну, а мы начинаем. Но прежде чем мы начнем, хочу вам напомнить о том, что у меня есть свой собственный Discord-сервер, ссылка на него есть в описании, и в нем еще очень мало участников, прошу вас, вступите в него, ссылка в описании. Но я желаю вам приятного просмотра, погнали! 5-е место. Ютубер Ломби. Четвертое место. Кент АПК. Еще сегодня мне выпало сильно много статреков. 300 треков. Блин, ну это до хрена. Ух, погнали. Давай, 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 давай. И нож, бабочка, иди сюда. Почти. Третье место. Снэй. Вот, ну, конечно, есть, я думаю, уже ютуберы, которые выбивали ножи с кейсом. Ёшкин ты хвост, чувак! Второе место. Тик-так. Еще два кейсика откроем. Вот. И дальше будет все с... Да ну нафиг! Да ну нафиг! Камон! Да ну нафиг! Я в шоке! Да ну нафиг просто! Нож, бабочка! Да ладно! Клянусь, это просто... Капец просто! Я выбил нож бабочку в первом же открытии, ребята! Просто за такой лайк и подпиской я в шоке! И первое место. Diffuse. Сразу скажу, лучше сделайте звук потише. Давайте откроем третий кейс. Две бабочки, пацаны. Вот, я хочу себе Butterfly Dragon Glass. Какой вы себе хотите? Пишите комментарии! Капец, пацаны.
Давайте еще нож мне выбьем. Стоп, дурак, чужок. Что? Самурай! Это что? Руку? Какие собаки? Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам моя нарезочка на мой топ понравился. Если это так, то не забывайте про лайк, подписочку и колокольчик. И также вступайте в мой Discord сервер и подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Все ссылочки в описании. Ну а на этом все. С вами был я, The Top Gamer. Всем удачи и всем пока!